120-й Lumia сегодня у нас, и будем менять тачскрин. Вот он сломанный. Снимаем крышку. Батарейку. Забираем телефон. Болты не путайте. По углам закручены саморезы. И посередине болты с обычной резьбой. Снимаем панель. Давайте сразу новое стекло проверим. Ставим батарею. Вот у нас новый тач. Скотч на него двусторонний надо клеить, он уже проклеенный у нас. Вот ставим батарейку, включаем телефон, сейчас он загрузится. Телефон загружается. Что тач работает. Кнопки. Все работает. Можно менять. Снимаем плату. Верхнюю рамку. Аккуратно с экраном. Не забывайте, что под рамкой экран. Отсоединили вот таким образом. Вот рамка, экран. Дальше с верхней рамки снимаем стекло. Включаем фен, ставим. Я ставлю 400 градусов. Разогреваем по периметру. Загрели. Соединяем вот таким вот способом. Давайте прогреем сверху еще.
сняли. Снимаем скотч, клейки двусторонние, потому что у нас он есть уже. Новый тачскрин у нас проклеен. Довольно легко снимается чем-нибудь острым, такой вот лопаткой. Сняли. Очистили рамку от битого стекла, от клейкой ленты. Снимаем пластик. Просовываем в отверстие разъем с шлейфом. Прижимаем к новой, к верхней рамке. Давайте удалим пыль, ставим экран. Видите, ничего сложного нету, элементарно меняется быстро. Плату постегнули, разъем экрана, тачскрина, поставили верхнюю рамку. Это, в принципе, все. Ставим батарейку, включаем. Батарея у нас на нуле. Поставим другую. Все, в принципе, можно не проверять. Мы вначале проверили наше стекло. Таким образом меняется тачскрин на Nokia Lumia 520. Подписывайтесь на наш канал. Собирайте телефон сзади. Единственное, обращайте внимание на обычные болты, вот такие вот с резьбой, и саморезы. Саморезы вкручиваются по углам. И с обычной, с нормальной резьбой они вкручиваются по середине, там три болта их всего. Всем спасибо за внимание. Всем удачного дня. До свидания.